Вырубка деревьев под дачным и, как следствие, конфликт с местными и полицией. За ночь возле поселка в 15 километрах от Одессы неизвестные вырубили около 30 метров зеленых насаждений в лесополосе. По словам представителя хозяина участка, на него есть правоустанавливающие документы и землеотвод. Также есть решение сессии сельсовета Нерубайского. На данный момент производятся работы по поводу очищения этого участка просто от чагарников. Вот эти деревья, которые были срезаны, если вы прекрасно знаете, должны быть усведомлены в том, что они свисали над дорогой, и их срезали для того, чтобы они не падали на машины, потому что за это будет нести ответственность непосредственно хозяин. Я считаю, что здесь противозаконного ничего нет. Также нам сообщили о том, что вместо спиленных деревьев владелец участка планирует высадить новые, но местные жители в это не верят. То, что 30 метров деревьев заграждают дорогу. Здесь посадка 30-50 метров от дороги до забора. Я не думаю, что все деревья заграждали проезд. Я думаю, что это незаконно. Такой масштаб, во-первых... Это же даже не санитарная вырубка, это под корень вырезанные деревья. Как это? Я очень возмущен. Надо разобраться, чья приватизация и вообще на каких основаниях это все тут происходит. На место прибыли полицейские, они выясняют личности рабочих, которых застали на месте, и проверяют законность их действий.